Ну что, побьем Солгрина, наконец-таки, пора уже наказать его. Все, продолжаем больше. Наконец-то, все, я освободился. Решил вечером постримить. Убьем этого гада. Ну, может, не знаю, не убьем, но хоть постараемся убить. А, сколько уже можно его мучить? Ну, серьезно. Давай, Солгринчик. Привет, Гибустье! Умер? Ничего, ничего страшного. Еще много будет смертей, но главное, чтобы была хотя бы одна смерть со стороны коробки с хлопьями. И мне в этом поможет еще Гасти. Пятнадцать, давай, все. Фигня. Да не, какого энергетика, просто весь день какой-то фигней занимался, программировал, энергию почти не потратил вообще ни на что. Надо как-то выплеснуть ее хоть на кого-то, на какого-нибудь гадского Солгрина. Ну а чё он выпендривается, типа я коробка, меня никто не убьет. Лол, еда. Чё думает, если он коробка, значит ему все можно, что ли? Это как бы не так. Вот, получил. Прыг, прыг, прыг. Платформочка, платформочка. Ну давай, пускай свой лазер. Ну что он мне сделает? Ну давай, пускай свои эти шарики. Ну да, они, конечно, могут меня затралить, но... Ну и ладно. Ну и ладно. Не первый, не последний раз, но и бесконечно это тоже не может продолжаться. Ну чё, камешки, зернышки. А, Соник, ой, Соник. Золотистым что-то стал, друг. Изумрудов переел, что ли? Ну чё, давай, траль. Ну чё, давай, затраль. Ну, затраль. Вот так тебя, траль. Не знаю, гибость я, как устану, все выключу. Блин, они неудачно попались просто, я видел, что там они справа встали, а я должен справа прыгать, и что мне было делать, если бы я слева встал, они бы влево улетели, и что в итоге из этого вышло бы, щит бы не снял нифига. Да куда ты, ну... Так не должно было произойти. Давай, рематч. Да. Да, ну, это бывает, да. Руки-то тоже такие крюки иногда. Чего ты не убился-то? Этого не... Опять же, не должно было произойти. Уже там никакие зернышки не должны падать. И они меня не должны были убить. Ну, короче, это он халтурит, он не по сценарию действует. Мы так не договаривались. Вот это вот правильный сценарий. Вот он сейчас должен взорваться. Тут сейчас, типа, я как терминатор должен вниз спуститься. Но, типа, ломаю весь сюжет. Прыгаю куда-то наверх.
А он тут такой, ага, а я-то за кулисами живой на самом деле стою. Ну ладно, то получай за то, что сценарий весь ломаешь. Меня вот стало интересовать, я вот когда там с работы иду, там по лестнице спускаюсь, и там на стене металлическая дверца небольшая, и на ней нарисован Боши. И я так еще думаю, а к чему это интересно? А вдруг там, не знаю, тоже что-то нехорошее? Выходит, у электриков каждый день, что ли, больше тайм? Как-то это очень суровая получается профессия. А вообще насчет энергетиков, я никогда не пил энергетики. Ну тупо никогда. Ну, один раз попробовал буквально глоток, понял, что это вообще не очень и все. А, не туда. А, знаешь, чем Кримбантун занимается? Точно! О, все, Дианон. Дианон по спидрану. Ты чё не умер-то, дурак? Хорош свою эту щелку раскрывать с камешками. Ты должен был гореть. Гореть и падать в огонь. Еще музыку такую эпичную выбрал. Наверное, целый оркестр пригласил. Вот, 20 снес, и очень эпично, я считаю, практически самый последний момент. Серьезно, я 20 снес. Да что они летают, как какие-то коряги непонятные. Не, но в этой пьесе он отрицательный персонаж. Так что не надо мне тут. Желтый треугольничек жил себе спокойно, но потом решил стать Боши. Но он не знал, что будут ожидания эти, испытания такие суровые в его жизни. Однако он их всех преодолел. Почти, кроме одного. Коробки с тушенкой. Которая иногда овсянкой. Ну, это уже в зависимости от того, вспомнит он свои слова или нет.
Не, вообще-то прошу вспомнить. Это Сол Грин заперся на вершине башни и сидит такой, говорит: ты до меня вообще не дойдешь, у меня там башня Мегамена, ко мне еще ни одно живое существо не приближалось. Я осуществляю там свои зловещие планы. Расставил сейвов, которые отплевываются. Мышка, которая просто наводится на Боши. И думает, типа, все, его никто не сможет победить. Но не тут-то было. Также нанял кучу там охранников, причем очень дорогих охранников. Соник и Марио очень дорого берут, и Мегамен за свои услуги. Не знаю, где этот Сол Грин смог столько набрать, чтобы нанять их против Боши. Учитывая, что они понимали, что в принципе, скорее всего, идут на верную смерть. Но, тем не менее, согласились, потому что, ну, во-первых, деньги, а во-вторых, как бы... Они же не могли пожертвовать своей репутацией. Если бы они отказались, то кто бы они после этого были? Хотя, как мы видим, то ли Соник выжил, то ли он создал какого-то клона. Ну, в общем, Сонику повезло меньше всех. Да как хитбоксы долбаные, ну как они за километр убивают? Нормально 19, легко потратить 19. Я тогда просто в прошлом стриме... Ну просто не мог спам, вот и все. Что там тратить-то? Блин, да глаг какой-то. Я понял, еще Сол Грин читерит. Он вообще подлый, он делает лаги в игре. Это самый подлый босс из всех, которого я видел. Зачем он оставляет маленькую эту свою струйку? Не, ну в смысле понятно, да, он-то хочет как бы наговнить-то больше, но... Зачем это делать таким способом? У меня только один остался верный друг, это Гасти. Спасибо ему, вместе идем по жизни. Так, сейчас, минутку. И погнали дальше. Опять был лаг. Тут уже никаких претензий ко мне быть не может. Это читы. А против читов как бы не попрешь. Ну представьте, играйте в какой-нибудь Call of Duty, а у врага там автоаим. И что, вы виноваты что ли, что мы ему проиграли, этому игроку? Нет. Вот, а тут Сол Грин использует лаги. Я так что в этом вообще никак не причастен, не виноват. Какой бы скилл ни был, против этого невозможно противостоять.
Сравнил фрукты с овощами. А давайте сравним фрукты с овощами. Ну вообще фрукты, они как бы более сладкие, то есть их можно есть просто на десерт. А овощи, ну скорее это там типа огурцы, да, ну как бы их все-таки, ну больше как с какой-то едой такой там, ну на обед там. Кашу ешь, да, хоп, огурчики там соленые, вот это классно, да. А фрукты это больше именно как бы вот просто, как, ну как сладость, но только фрукты. Ну короче, блин, у меня вот такое впечатление. Просто как бы понаслаждаться, поесть. Отдельно от всего, вот так скажем. Просто сидишь так, хоп, апельсинку почистил, съел. Так что, ну как бы, нельзя сказать, что лучше фрукты или овощи, так как это для разного предназначено. Ну, солгрина я бы с фруктами сравнивать не стал. Ну, а вот, например, кстати, я думаю, что солгрин, в принципе, пойдет, может быть, с какими-нибудь овощами. Ну да, наверное. Хотя я, честно говоря, не люблю солгрин. Ну, вообще, любую овсянку. Но... Так, в целом, ну можно есть, если больше ничего нету, то можно есть. Ну, главное только правильно сварить. То есть вначале надо правильно посолить, потом правильно синими лазерами пострелять. Ну, и дальше узнаете рецепт. А, еще надо обязательно приговаривать ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иначе просто будет вкус неправильный. Психологическая подготовка к еде, это же очень важный процесс. Как, ну, как, ну, знаете же, да, когда у людей депрессия, то им еда кажется невкусной и все такое. А когда ты там не ел, там, не знаю, 200 лет, то... Тебе что угодно дай, тебе покажется это вкусной едой. Ну вот, а Солгрин, судя по тому, что он закрылся в замке, в каком-то старом замке, в который никто не мог попасть по определению, вот, то получается, что это уже пропавшая овсянка. Он там уже лежит очень давно. Лежит и воняет. Там уже ежи завелись. Так что я думаю, это плохая овсянка будет. Я бы даже не стал тушенку тратить на нее. Срок годности не знаю, это надо уточнять у производителя. Но я думаю, что к этому моменту производителя уже давно не существует, так что вряд ли мы это когда-нибудь узнаем. А, на самой упаковке там уже стерлись все надписи давно. Овсянка живет дольше своего производителя? Она не живет, она уже все. Это зомбак. Это уже мертвая овсянка. Это все равно, что, ну, не знаю, найти каменный хлеб до исторических людей и сказать то, что он прожил больше, чем эти люди. Ну, как говно мамонта. Ну, примерно то же самое.
тому же, я напоминаю, что недалеко от этой овсянки был найден покемон Missing No, который по I Wanna Take The Time Machine, как мы знаем, обитал 360 миллионов лет назад. Ой, 390 даже. То есть делаем выводы о дате производства этой овсянки. Не, ну смотрите, он думает, что меня запугает этими телепортами. А вот лагами, да, но лагами это нечестно. Долбанные шарики. А у него мало осталось-то. Он себе наложил баф на урон. Ну сейчас мы этот баф собьем. Да хорош! Я перестал тратить 19. По-моему, овсянка побеждает. Надо держаться до конца, бороться. Девятнадцать. И умер. Да ты обо что там умер-то вообще? Привет, Снап! Да у нас тут драма разворачивается. Овсянка не дает жизни бедному желтому треугольнику, который борется просто за жизнь уже последними силами. Пытаясь искоренить это зло. Нет, я не пью вообще. Никогда. Даже в праздники.
что ж ты не убился-то? Эк! О, размикрился Соник-то. Это откуда вообще взялось? Удаляй. Такого не должно было случиться. Все было не так на самом деле. Ух ты, ничего себе, я его заспамил. В смысле, а при чем-то Sonic 3 Knack? А я там без микрофона, что ли, был? Что-то я не помню. Убери свои летающие шары! Они же вообще никчемные! Они летают, разносят просто пол экрана. Даже сам Сол Грин от них умирает. Вы представляете, а Сол Грин сделал оружие, от которого сам умирает. Это насколько нужно быть тупым? Ну это я сейчас тупой, да. Я зачем я вообще так прыгал? В спокойном темпе бы просто его сейчас заспамил. У него оставалось 14, это вообще дно. Сколько оставил? 3? Не, ну это что-то не то. Да не, сейчас уже, наверное, не знаю, скоро это будет заканчиваться. Потому что, ну как это можно терпеть? Вот зачем он пяткой задел? Он этого даже не хотел сделать. Так, следующий. Хорош орать. Опять свои шары эти пускает. Следующий. 3150 смертей уже на Сол Грине. Боже, еще не знавал таких унижений. Надо же, хитбокс, который с полэкранами, не задел. Так если шары в него летят, у него забивается щит, логично, что если больше в него полетит, то у него тоже щит собьется. Ну я так подумал.
Ну, как бы суицидальная миссия, это тоже иногда бывает правильно. Если это последний вариант уже. Все очень-очень плохо. Двенадцать. Привет, Алексей Альферов. Ты пришел на драму. Не для слабонервных. Тут геноцид желтых треугольников. Но правда и... А также уничтожение запасов овсянки. Возможно, это были стратегические запасы, но... Это уже никого не волнует. По крайней мере, желтых треугольников. Почему он уже сразу вверх полетел? Как я должен был от этого уйти? Это рандом или что? Уже 3160 попыток. Траи, это я не знаю, что такое траи. Это русский Боша. Он шел издалека, из Сибири. Просто чтобы отомстить производителю, у которого он заказал пачку овсянки, она оказалась протухшей. Он ее съел и отравился, лежал долго с отравлением, но потом решил все-таки пойти и уничтожить все стратегические запасы этой овсянки. И еще минус одна овсянка. Ну, в принципе, в этом плане прогресс идет. Уже так-то за все время штук 100, наверное, уничтожено. Но только это класса А, а класса Б пока живут еще все. Забыл, как что тут делать. А надо было в воздухе делать второй двойной прыжок, прыгать на третью платформу, да, по-моему, сейчас еще раз он это покажет. Нет, Снап не переживал ни разу. Да я до них мало очень-то хожу, я очень редко переживал так.
А, маленький прыжок, прыжок в воздухе на третью платформу, прыжок на вторую платформу, сразу прыжок, опять прыжок в воздухе. Ой, это очень микро, очень микро. Стоп, или может быть надо куда-то влево чуть-чуть отходить, чтобы у меня было чуть времени для прыжка. Чуть-чуть побольше. Сейчас еще раз посмотрю. Конечно, пока не нафидишь, не поймешь, это понятно. Покормить надо овсянкой. А, ну можно, в принципе, влево отходить. А, ну там и даже нужно влево отходить обязательно. Рука вспотела, пальцы скользят, кнопки не нажимаются, Боша в печали, он уже на грани суицида и... Ой, все. Ну ладно, следующая попытка. Следующий Боша. Зачем он выжил с одним хп? Ему это ничего не дает. Но правда этому... Нет, вообще-то этому кое-что дает. Он может затроллить со своими телепортами. Все, дохни. Ну я же сказал, что ему это вообще ничего не дает, то, что он там выжил. Почти ж. Круто, их двое уже стало. Чем я дольше убиваю овсянку, тем их становится больше. Нужно быстрее остановить производство, иначе уже будет это не остановить. Слишком много овсянок будет. Торт 300? Что торт 300? Торт 300? Торт за 300? Да это очень плохой торт. У нас торты намного дороже стоят. Ну, нормальные. Так что торт 300 это так. Ну, вместо коробки конфет там еще можно. Ну и то, лучше хорошую коробку конфет, чем торт за 300. Маленьким пакетиком на ночь рассказывать легенду, как одолевал желтый треугольник. Как бы это ни звучало жестоко, но маленькие пакетики тоже надо все истребить до единого. Потому что их уже воспитали, им уже в голову вбили, все, новое поколение овсянок выросло. Они теперь будут просто уничтожать желтых треугольников. С этим ничего не поделать. Никакими доводами их уже не переубедить. Почему я? Может быть, больше тогда?
Лаг был опять. Он опять использовал свой чит. Надо ему отрубить этот чит уже, но не могу, к сожалению. Он опять себе 2 оставил. И кидается семечками? То есть он думает, что когда 2 и кидаться семечками, это нормально, да, типа? А вот то, что уничтожить всех овсянок, это типа ненормально, да? А где логика? И вот это, по его мнению, нормально, что ли? Это честный бой, что ли? Или овсянки не знают, что такое честь. Охренеть, я его заспамил быстро. Рекорд. Я ему 5 оставил. Да там так не получится. Не получится там так. Или надо через левый край запрыгивать. Наверное, надо на третьей платформе идти влево, по движению волны, и запрыгивать на вторую платформу с левой стороны. Ну-ка. Вот так, я по левой иду. Вот там какой-то микропрыжок-то получается. Ну не прям до конца, чуть левее середины, там, наверное, нет, там что-то не выходит так нифига. Не выходит. Надо новую тактику придумывать. А что-то у него щит-то вообще маленький, кстати, остался. Да там сложно выходит, ну надо пробовать, но там это очень сложно, по-моему, выходит. Потому что там буквально нужно на последнем уже пикселе как бы прыгать. Да, опять. Должно хватить. Не хватило мигрения. Снап, я не знаю, что это такое. Босс раш. Я после этого буду проходить другую игру. Да что-то я не хотел на эту платформу вообще вставать. Зачем он на ней приземлился? Я не говорил этому делать. То есть он это самопроизвольно решил сделать. Ослушался. Какая Камилия? Ну ты чё, какая Камилия? Камилия уже все, уплыла. Камилия. Ага.
Третья. Четвертую? А, надо еще четвертую сейчас будет пройти сразу и натренить на спидран. Вообще заметил такую тенденцию. Вот, ну, Солгрид вначале сделал, да, Боша игру. После этого, как там его, Инфлюка, да, или вроде же, да, сделал этот I Wanna Take The Time Machine. А, не-не-не, Инфлюка это как раз таки Камилия. А Take Machine какой-то другой чел сделал, кореец. Суть этой игры была, ну, кроме там сюжета, я имею в виду, в том, что сделать игру, которая была бы сложнее Боши. Ну, именно взять элементы из Боши, там некоторые, там, ну, есть секретки, там, боссы, да, которые повторяют боссов из Боши, но усложненная версия. Вот, потом кто-то сделал Камилию, в которой есть экраны из Time Machine усложненные. То есть, как бы им показалось и этого мало, они сделали, еще усложнили. То есть, я так понимаю, теперь ты должен сделать игру, в которой будут усложненные экраны из Камилии. Иначе, как бы, нелогично. Да хорош, что-то он вообще расклеился. Боже, от тебя требуют урона. Люди ж смотрят. Не подведи. Что-то никак не соберется. Что ж он такое, а? Ну, и в I Wanna Take The Time Machine такая же задумка. Ну, почти. Там есть, конечно, и собственные экраны, но я же озвучил мысль. Galaxy я вообще, ну, как бы пока, ну, толком не понял. Я там только один экран проходил и дропнул на нем. Вообще, ну, у меня как бы есть кое-какая задумка. Но я пока не буду озвучивать. Ну, ничего такого, в принципе, необычного, но... Просто план будущих стримов, так скажем. Но это не Камилия, хватит о Камилии. Это не Камилия. И это не Боши на рейпе. Нет. Да
Зачем там столько унылости, пипец? Нафиг она мне сдалась? Вот эти needle game всякие. It's needle time. Это финалки. Короче, там было такое. Меня порадовало. Че разорался-то так? Нет, я не люблю овсянку. Овсянка это, ну, не очень. Вот рисовую кашу там, молочную, да, люблю. Эту манную, ну, в принципе, тоже. Ну так, именно вот по утрам. Нормально. Овсянку меньше всего люблю. И это никак не связано с Алгрином. Ну да, очень вкусно, кстати. Советник Гастри, как вы думаете, есть ли у нас сегодня шансы пройти волну? Он отвечает, что я бы не стал на это рассчитывать. Ну тогда давай попробуем еще вот это и все, наверное, на этом. Ну раз Гастли говорит то, что ничего сегодня вряд ли выйдет, так что послушаем его совета и закончим на этом. Всем спасибо, что смотрели. И я не прощаюсь полностью, потому что в следующий раз мы Салгрина будем убивать уже, наверное, завтра. Все, всем пока.